Извиняюсь, народ, вследствие того, что я... Ладно, лошара. Кусок видео оборвался. Не хватило места. Так. Мы тут нашли еще город. А, ну этот, не знаю, видели вы или нет, это не город, это какой-то пригород мелкий, в общем-то. Надо искать что-то нормальное. Зря патроны расходую. Еду у нас пару банок еще есть. Еды. Но этого не хватит. Нам нужно искать город. Бежим мы не туда, кстати. На камне сижу, вокруг зомби бродят. Я вон там под деревом за камень вот, спрятался так аккуратненько. И все, даже не тронули. Ну, там, в принципе, есть так называемая опция радиус реагирования. Я так полагаю, если ты никого не убиваешь, не шумишь, то все в порядке. Так, вообще-то, зачем мне... Хороший вопрос. Не знаю, как ответить. Да, потом я чувствую, придется мне на некоторое время забрюхатиться. В принципе. Дров понакоушматить так, на часик 4. Ну, пока давай побродим. Мне город нужно найти еще один. Я не знаю, тут вообще он есть. Есть тут это расстояние. Довольно-таки колоссальное, тебе скажу. Ну там тут там не город, там так. Проселковая, блин, деревня. Мне нужен конкретно город. Там где-нибудь город есть. Просто хочу найти место нормальное для жилья. Но здесь расстояние, народ, колоссальное. А, кстати, я убью тебя с первого раза? Нет. Равно пистолет. То патронов много. Что мне здесь единственное нравится, то что я здесь могу спокойно, как говорится, перезаряжать на бегу. Хотя вот пистолет, вот я сомневаюсь, что я... Нет, обойму я одеть бы еще в автомат там или в пистолет смог, но вот патроны так вот, вряд ли. Вот это точно. Ну ладно, в принципе здесь это можно. Мне хоть в принципе и не важно, но бежать я уже немного задолбался. Если здесь даже где-то строится посередине. Здесь же еще надо фермы себе делать большие довольно-таки. Яблоневый сад надо делать. Здесь еще столько всякого. Что ж дурно. Отмычки есть? Мне когда-то некоторые писали, я в этом моде когда бегал,
то, что я не показывал, как искал города. Ну, я не знаю, вот сейчас бежим, вот ищем города. Бежать, я скажу, здесь довольно-таки... Блин, муторно эти... Отвечаю. Если в предыдущем мире у меня было все в шаговой доступности, то здесь и с увеличением размера карты... Хрена нет шаговой доступности. Вот медведь зато есть. Где есть медведь, еще какая-нибудь хрень, скорее всего, есть. Волк там. Куча зомбей. Кстати, довольно странно. Не, вот медведь как раз вот умеет он встать, да? Неплохо зашел я на огонек. Окай. Я что, против, что ли? Да, вон там ручка есть. Не, ну вообще этот автомат прикольный. Черт, еще телефон звонит. Так, извиняюсь. Вообще бы нужен доступ еще к биому, какому там радиоактивному, что ли. Слушай, блин. Почему такое впечатление, что здесь всего, по ходу дела, будет один город, а? Я вот тут поселок такой, знаешь, и один город, а вот вообще жопа будет. Ладно, сейчас побежим, ну, народ. Какая серия получится, но, вероятно, мы тут реально больше в этом биоме городов нету. У меня один город, один торговец. Это печально. Просто где тогда остальные города? Я вот лично не знать. Тогда сейчас эти город не найдем, хотя если найдем, без разницы, я потом перезагрузку буду все равно проводить. Просто отключу нафиг спаун и попробуем поиграть без спауна. Я так, в принципе, здесь нереально без спауна играть. Спаун надо сделать раз не в 14-15. В принципе, есть торговцы, есть склады. Не. Снайперская нужна. Да, походу, народ, поздравьте меня. У нас один город в зеленом биоме. Их каком-нибудь зимним или в пустыне там будут сразу, не знаю, там рядышком 2-3 города. А вот как всегда, вот у меня это просто везение такое есть. Ой, речка красивая какая. Она больше озеро напоминает, ну ладно. Кстати, а я воды набрал? Нет. Пошли воды наберем как раз.
Что за музыка такая странная? Ой, нет, стоп, я что-то вижу. Походу, есть какой-то город. Здесь биом-то все равно зеленый. Ладно, я спаун все равно отключу. Мне уже будет на этой карте очень жутко интересно поиграть без спауна. Спаун какой поставить-то? Раз в 30 дней. Я еще подумаю. Пишите в комментариях, какой спаун вы бы хотели поставить или отключить его. Я буду помечать здания, в которых был, блин, или не помечать. Кстати, спаун я уберу. Здесь есть так называемые объекты. Хай-теч. Да, заболтался, я не заметил собачку. Блин. Так, насчет этих песиков, курносиков, надо внимательнее все смотреть. Мне бы не хотелось сейчас бежать, блин, 3-9 земель. Так, ладно. Еды мало просто. А чем больше еды у него есть, тем больше он ее, походу, расходует. А точно не знаю, как это работает, но пока ничего хорошего я в этом не вижу. Мне сейчас не до медиум бэтпака. Тут нарыть бы торговца себе. Я даже не могу примерно представить. Я тут, знаешь, изначально так бежал, думал, реально карта похожая очень. Название-то 7-1. Но там DF я добавил. А, нет. Ну да, Лукстрион, Darkness Fall. Ну, они похожие будут, оказывается, как видишь, нет. Ох, почему-то я чую жопой. Этот город еще больше предыдущего. Да тут торговца-то искать, е-мое. И через дебаг меню торговцев ищи. Он на окраине должен быть по-любому.
Будем сейчас по окраинам, блин, бегать. Хотя посмотрим размер этого города. Ну, сразу говорю, либо он маленький, либо чересчур большой. Это у меня бич. А, ну да, три варианта. Либо город есть, он маленький, там ни черта нет. Либо город есть, он здоровый, что там хрен знает куда идти. Либо города просто нет. Нет, у меня нормальных вариантов не бывает. И город есть. Нормальный, не. Чувствую, это такой же вариант, вот почему-то жопой чую. Хотя, может и нет, может это просто такой пригород. Так, вообще-то нет. В центр пока не побежим. Давай окраины посмотрим, слушай, как я и планировал. Блин, тут хоть где-то смогу еды достать на улице? Или оно вообще-то не бросается? Ну ладно, посмотрим. Что ж, что это за городок? Без транспорта тут телепортами, наверное, придется пользоваться. Хотя, смысл. Сейчас главное выбрать себе город, где я буду жить. Мне тот не нравится, потому что он немного подглючивает. Вот что меня не нравится. Вот там то дверь глючит, то еще какая-то хренотень. Это мне не очень так еще впечатляет, это наоборот настораживает. Не-не-не-не, я мимо проходил. О, торговец. Да-да. Вот насчет этого торговца надо будет подумать. А, так смотри, торговца тут...
Рядом типа даже площадка есть для машин. Как интересно. Тоже здесь засыпать надо бы, да? А, так они, смотри, все одинаково. Что у того, что у этого. А этот получше. Тоже 5000. Это бит, погоди. Я тут могу строить. Угу. Здесь вот что с одной стороны хорошо. Я могу нормально турели разместить. Барин Вайер 200 надо вот поменять на 500. Стандартное значение, которое имело смысл, это 500. Раньше, я помню, были брызги крови у зомби, который истекал, ты знаешь, в разные стороны. А сейчас он идет только и ворчит. Так знаю уже. В принципе, клёво. Так, турели здесь, смотрю, тоже есть. Не знаю, тут домик, он, я не могу понять, он деревянный или вообще на соплях. Так, да, выбора как бы особого нету тоже. Вот это хорошая вещь мне досталась. Они так не успокоятся. Не, этим немного эффективнее. Кровотечение пошло. Прекрасно. Тут вокруг торговцев придется делать железные шипы вокруг каждого, к которому буду бегать, их расставлять, это как минимум. На тебе, глазик, блин. Да ты издеваешься.
Чё, бей? Да ладно. Очки сразу с краской. Жесткий удар пукало. Да, походу из-за этого света неонового очень много геморроя. You're welcome. Ладно. Что-то странное творится. Ой, питон-мешалка есть. Надо бы ее затыбрить. И все. Да, ну одна бетономешалка это меня точно не привлечет. О, вайер. Свести что? Не свести, денег не будет. Так, ладно. Что мы можем купить на 138? Я лучше промолчал, ну ладно. Такс. Нужно как-то деньги зарабатывать. Чай, банка чили. И продать-то нечему. Самое что хреновое. Мачетка могу продать. Несколько кирочек. Такой себе. Там нет ни толку сейчас, просто не холодно, не жарко. Так, все, больше уже ничего не продадим. Так, баночка, чай, банка собачьего корма. Так, тут есть. О. Что еще из интересного? Пока толком ничего. Надо качаться. Из дорожки железные, арбалеты, композитные луки, а кашечка есть. Десятая. Бомбочка. Так. То есть, короче, чем у меня уровень выше изготовления, тем лучше этот чудик продает, я понял. Ну, в принципе, ничего такого супер особенного-то и нету. Капчика немножечко купили. Но опять же, этого недостаточно.
Этого недостаточно. В принципе, у меня вода есть. Можно костер сделать, да пожарить немного мяса. Что тогда бекон сделать, а у меня нет кастрюльки. Это немного печально. Ладно. Еще оно там жарится пока. Бегаю машинки полутаю. Ну, вряд ли что-то, конечно, интересное найду. Я думал, торговец будет с сейфами, а этот без сейфов. Кстати, вот они вот одинаково расположены, торговцы. Это вот любопытно даже. Одинаковый подъезд, то есть можно транспорт свой поставить. Очень, я скажу, удобно. То есть предназначается, что ты будешь жить рядом с торговцем. 227 патронов. Один раз, если выстрелю, прибежит полгорода.